Всем привет! Хочу показать вам, как я делаю стяжку в ванной. Надо немножко было поднять пол. Здесь была черновая стяжка, но она неровная. Делалась в попыхах, и, в общем, нужно было поднять ее и выровнять. Обычные маяки штукатурные здесь не получается поставить, и, в общем, они прогибаются, и в некоторых местах высота меньше, чем размер штукатурного маяка. Поэтому я первый раз в жизни попробовал сделать маяки вот такие вот. Принцип такой. Вначале я взял, у меня битый кафель был, взял вот такие квадратики кафеля. Вот они. И включил нивелир и выставил их по нивелиру. То есть, ну, такие пирамидки так намазал. В одну линию сделал их. Вот. Вот здесь вот. И вот там вот. Сделал три полосы. Когда оно застыло, я наложил раствор между этими пирамидками. И вот так вот правилом придавил раствор, чуть-чуть так подвигал, разровнял и, в общем, дал подстыть. На следующий день, когда они уже схватились, получаются идеально ровные маяки из цементного раствора. И вот по ним я сейчас накладываю раствор и правилом протягиваю. Получается идеально ровно. Тут я уже поддон принес, чтобы ходить можно было. Вот так вот. Как раз в процессе снимаю, чтобы показать весь принцип, как это все выглядит. Сейчас закладываю раствором, и получается стяжка готова. Очень быстро получается, и независимо от уровня пола, выше, ниже, там, или даже совсем чуть-чуть, если нужно, такими маяками получается отлично. Результат мне понравился, быстро и... Единственный минус, что нужно их сделать и дать им время подстыть. Буквально там на следующий день уже это как камень. Так что, кто таким методом не пользовался, берите на заметку, очень удобно. Всем спасибо за просмотр, до свидания.